Здравствуйте, моя старшая группа и уважаемые зрители. Сегодня мы делаем с вами этюд дерева. Делаем его без рисунка. Используем два цвета, коричневый и зеленый, и смесь этих цветов. У нас, когда мы делаем дерево, мы сразу соображаем, в какую сторону падает тень, с какой стороны у нас светит солнышко. Солнышко у нас светит сейчас справа. Поэтому мы с вами делаем этюд. Сразу прям берем кисть и начинаем с коричневого ствола. Вот прям определяем, делаем его немножечко с наклоном. Мы с вами эскизы делали. Веточки. Чем дальше от ствола, тем тоньше веточки. Берем другую кисть акварельную и работаем с зеленью, мешаем прям с коричневым цветом. У нас с вами появился этюд дерева, получился. Его левая часть затенена, с правой стороны освещена. Тень идет от дерева в левую сторону. Опять-таки она более густая рядом с деревом, у основания дерева. Дальше тень как бы размыта. Двумя цветами мы пользовались, коричневым. Зеленым можно чуть-чуть охры туда добавить, чтобы более живописное дерево получилось. Вот так можно сразу кистью сделать этюд дерева любого. Всего хорошего, до свидания, дальнейших вам успехов, до встречи!